Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться, те, кто у меня впервые. Сегодня я вам представляю общий расклад, который называется «Маска». И он прекрасно подходит для ситуации, когда вы мало знаете какого-то человека, но хотите докопаться до сути, что вас ожидает в отношениях. Этот расклад можно делать и на коллегу, и на партнера в отношениях, и на родственника, и на нового знакомого, да, в общем-то, на любого, кого вы загадаете. Итак, загадывайте, а я начинаю. Загадывайте вы человека, а я начинаю тасовать колоду. Что представляет из себя загаданный человек для моего зрителя, который смотрит меня сейчас? Что представляет из себя загаданный моим зрителем человек? Расклад «Маска», напомню. Первая позиция. Сигнификация. То есть, действительно, первый вопрос. Что представляет собой этот человек? Что представляет собой этот человек? Этот человек по рыцарю посохов довольно-таки, знаете, такой активный. А самая его положительная черта — это энергичность, активность, любознательность. Самая его, так скажем, отрицательная черта – это неусидчивость, склонность к перемене мест, решений, желаний, потребностей и так далее. Некая ветреность, да? То есть человек быстро загорается и быстро как-то гаснет в своих поступках, энергиях, эмоциях и так далее. Вторая позиция. Что этот человек думает о вас? Что этот человек... Тут, наверное, меня девочки смотрят, раз вышел рыцарь. Что этот человек думает о вас? Что он думает о... Тройка чаш. Если смотрят на любовную тему, девчонки, то тут разговор, возможно, о любовном треугольнике. То есть человек вас втянул в любовный треугольник и планирует продолжать эти отношения. Если смотрите на какие-то родственные отношения, либо на отношения с коллегой, деловой какой-то вопрос рассматриваете, то тут разговор о том, что человеку, ну и даже в любовных отношениях, о том, что человек, видите, тут праздник, тройка чаш, тут праздник. То есть человеку нравится общение с вами, человеку нравится, загаданному персонажу, да, нравится веселиться с вами, проводить время, общаться, получать от вас информацию. То есть все на подъеме, все на позитиве. Да? Вот. Но еще раз говорю, если смотрят меня по любовной сфере, то тут у кого-то может проиграться и любовный треугольник. А третья позиция. Как человек преподносит свои намерения? Как человек преподносит свои намерения вам? Карта «Мир», старший аркан. Вы знаете, человек может легко вас склонить к тому, чтобы, если у вас вдруг разыгралась какая-то фантазия, если вы чем-то недовольны, легко склонить к тому, чтобы примириться, принять его точку зрения. То есть человек миролюбивый, человек умеет спокойно и реагировать на то, что, допустим, вы говорите или говорят другие, и подавать информацию именно четко, последовательно. Это, кстати, очень хороший аркан, очень хорошее качество. Загаданный персонаж умеет урегулировать любой вопрос, умеет, как говорится, подобрать ключик к любому замку. Следующая позиция – истинные намерения. Истинные намерения загаданного человека. Истинные намерения загаданного человека. Одно дело преподносит, да, а другое дело истинное намерение. Четыре чаш. Тут, знаете,
поистине может делать вид, что согласился, а в душе с чем-то не согласиться и делать свое. Может преподнести ситуацию так, что бы вы ему ни предлагали, ему все равно найдется причина, до чего докопаться, да? А вот истинное такое внутри несогласие с тем, что ему предлагают, такой какой-то внутренний протест, внутреннее какое-то отчуждение, да, видите, девушка сидит здесь в кресле, напротив попугай, и вот одно и то же, долбит-долбит, книжку почитает, с попугаем поговорит, а дела нет как такового, да, то есть, знаете, вот здесь сразу у меня поговорка в голове выскакивает, и бьет, и плакать не дает, да, по большому счету, только тут мирно бьет, получается. Хорошо, давайте пятую позицию смотреть, что хорошего принесут вам эти отношения. Что хорошего принесут вам эти отношения? А папесса или жрица, вы знаете, этот человек умеет заботиться, умеет по-матерински или по-отцовски давать какие-то мудрые советы, может взять на себя ответственность. Вот это в позитиве, да, мы смотрим, несмотря на то, что человек энергичный, неусидчивый, но может давать мудрые советы, может где-то взять на себя часть ответственности, часть ваших каких-то забот, ваших дел, оказать помощь. Но, знаете, это все с таким условием, что ему когда-то это обязательно вернется, да. То есть такой энергообмен со знаком плюс. Хорошо. Поехали. Следующий вопрос. А что принесут негативного вам эти отношения? Что принесут вам эти отношения негативного? 6 мечей. А вы знаете, вот тут кораблик, да, нарисован, может унести вашу пару или ваши отношения, ваш союз, тандем, как хотите, называйте, не к тем берегам, так скажем, да. Вы рассчитываете на одно, а человек может оттянуть результат итоговый совершенно в другое русло, да, направить ситуацию, направить дело не так, как бы вам хотелось. 7-я позиция. Способен ли данный человек на подлость в отношении вас? Смотрим. Способен ли данный человек на подлость в отношении вас? Карта колесница. Вы знаете, если только что-то сгоряча, если только что-то может быть резко и когда на эмоциях. Вот если, ну вот человек-то мы энергичный, да, мы уже тут говорили о том, что он может быть ветреный и может быть таким каким-то где-то несерьезным, хотя миролюбивый человек и способный даже брать какую-то ответственность на себя. Но по карте колесница все-таки человек может взбрыкнуть, так скажем, может отвлечься и таким образом вас подвести, да, это тоже, ну, для кого-то это подлость, для кого-то это такая несерьезность в отношениях, вот, именно что-то резкое сделать против вас именно на эмоциях, вот на это человек способен. Смотрим еще одну позицию, несет ли этот человек серьезную опасность для вас, несет ли этот человек. Потому что карта колесница все-таки это старший аркан. И это может вас сильно, а вот его такие нюансы в отношениях задевать. Несет ли этот человек серьезную опасность для вас, для тех, кто меня смотрит? По тузу мечей. Вы знаете, этот человек может вас победить, да, допустим, если вот просто открытым текстом говорить, может вас склонить не в том направлении, куда бы вы хотели двигаться, да, вот так же мягко, миролюбиво, но подталкивать, подторапливать, да, то есть тут человек, я бы даже сказала по тузу мечей, который всегда привык побеждать и способен идти по головам. Дело в том, что, знаете, хорошо, что вы узнали об этом. Всегда можно все прекратить, остановить и подложить соломки, то есть повести себя иначе. То есть тут человек может идти по головам, да. Как вам себя вести с этим человеком? Еще одна позиция. Как вам
совет от карт, да? Как вам себя вести с этим человеком? Знаете, тут такой совет, конечно, неоднозначный. Если вы слепы и не разобрались в ситуации, то тут вам, конечно, нужно бежать. Бежать из этих отношений, а либо, по крайней мере, не торопить события, если вы в чем-то не разобрались. Да? Ну, бежать в каком смысле? Дистанцироваться. Дистанцироваться и больше наблюдать, анализировать. То есть, с одной стороны, тут человек мягко стелет, жестко спать не скажешь, но он и особо делать ничего не будет. Да, есть у него в потенциале возможность заботиться, вкладываться, но дело в том, что ему это нужно сильно будет как бы напрячься, да, напряжно ему будет. И вот вам говорят, если вы с этим человеком делаете какие-то дела, допустим, это коллега, да, и вот он с вами соглашается, вот прямо берите быка за рога, прямо с ним сейчас же начинаете это делать. Все, пошли делать, да, допустим. Или, допустим, вы сейчас смотрите на супруга, то есть, если разговор о том, что вы решили клеить обои, он вам сказал, да, давай, дорогая, будем клеить обои, все, берете его за руку, идете в магазин. То есть пользуйтесь сию минутой, этим моментом, когда человек к вам расположен. Если видите, что человек к вам не расположен, то, так скажем, дистанцироваться, бежать. Смотрим итог, чем же эта связь, возможно, закончится. Чем же эта связь, возможно, закончится. Ну, тут, смотрите, по карте 9 посохов. Знаете, человек, тут, да, можно сказать о предательстве, о каком-то, о том, что человек будет всегда соблюдать прежде всего свой интерес и мало ориентироваться на ваши интересы, да, мало желать участвовать в каких-то для вас важных событиях. Наверное, предательством это не назовешь, ну, как кто-то, может быть, и назовет. Поэтому, знаете, тут человек не планирует сильно, активно участвовать в тех делах, в тех событиях, которые для вас очень важны. То есть не желает выходить из своей зоны комфорта и чаще всего будет не желать выходить из зоны комфорта и будет как-то соблюдать в отношениях определенные границы, вы должны быть к этому готовы. Я желаю вам всего доброго, если кому-то необходим личный расклад. Как это сделать, написано в описании к этому видео.